Всем привет, ребят! Снова автопанорама. Это масштабная модель автомобиля BMW Z4 GT3 1:24. Это масштабная модель компании Zhongsheng International Limited. Производит она вот такую коллекцию автопанорама при поддержке журнала. Автопанорама. Здесь в этой коллекции представлены разные автомобили, в том числе и спортивные, как, например, в нашем случае. Автомобиль имеет световые и звуковые эффекты, открываются двери. И вот такой вот голограммный значок автопанорама, наверное, действительно подтверждает, что при поддержке этого журнала, при информационной поддержке этого журнала выпускаются эти автомобили. Давайте смотреть, наверное, откроем. Очень интересный экземпляр. Открываем. У этой модели также есть защитный ярлык на батарейке. Защита капота, чтобы во время перевозки модель не пострадала. Открываются двери. И сейчас я ее освобожду от этих вот ярлыков. И мы посмотрим, как она работает. Начнем с того, что у модели открываются двери. При открывании передних дверей вот такой звук она издает. А что же будет, если мы откроем пассажирскую дверь? Ничего, только вот одна дверь у нас имеет звуковые эффекты. Ну, давайте посмотрим по салону. Спортивный салон с каркасом безопасности. Модель из металла, ребят. Открывается капот в ней. Сейчас мы с вами это сделаем. Оп. Вот такая имитация двигателя. Ну, модель очень красивая. Очень красиво сделана. 24 масштаб. Поворотные колеса, видите. Наверное, руль поворачивается. Не вижу. При нажатии на колеса происходит вот такой звук, то есть эффект старта двигателя и старт автомобиля, да? А на какие колеса? На задние? Нет, на передние. Давайте еще раз попробуем. Должны гореть фары. И задние фонари тоже. Ну, смотрите, здесь очень красиво все сделано. Ну, скорее всего, оклеена декалями она. Смотрится очень эффектно. Автомобильчик, я думаю, тоже будет украшением ваших полок. Ну, хотя вот эти вот звуковые эффекты, нужны ли они в коллекциях, кто его знает. Ваше мнение тоже интересно будет почитать в комментариях. Ну, а заказать такой автомобиль вы можете по ссылке. Опять же скажу, друзья, в интернет-магазине в базе нету их. Вы можете написать продавцу, указав артикул модели. И таким образом сделать заказ. Интернет-магазин Multiboom. Это город Тольятти, ребят. Артикул вам покажу на коробке и продублирую его в описании. То есть, вот смотрите. GB 1200-123. Но здесь указан еще вот на таком ярлыке. Вот он. Вот. Ну, короче, если кому-то интересно, может пройти по ссылочке и сделать заказ. Ребята, в наличии они есть. Все на этом пока. Давайте увидимся.